Одна из самых скандальных поп-певиц последних лет, Майли Сайрус, готовится выпустить свой новый альбом «Younger Now» в сентябре. В вышедшем еще весной клипе «Малибу» звезда обошлась без своих излюбленных провокаций и, по ее словам, сейчас ведет размеренный образ жизни. Главная цель моих новых песен – ясно доносить до слушателей то, о чем я хочу в них сказать. Жизнь постоянно меняется, она полна взлетов и падений. Я отлично себя чувствую на данном этапе. Сейчас я развожу своих друзей по домам после вечеринки, и мне это нравится. Поздравляем певицу с наступлением нового этапа в жизни и ждем свежий альбом «Younger Now», который выйдет 29 сентября.